Это рубрика, в которой мы развенчиваем мифы и подсказываем людям, отвечая на популярные вопросы подписчиков, как нам приобрести технику дешевле, как сэкономить. И сегодня такой вопрос, который всех волнует. Вот привозят ребята реально в ящиках трактора вот таких. Тут же собрать их как бы не мудрено. Но насколько можно вот сэкономить, если вы возьмете такой трактор разобранный? И я вам скажу так, что можно найти реально намного дешевле, кто вот продает в таком состоянии трактора по запчастям, потому что многие трактора завозятся не как цельные товары в Украину, а под регистрацию, под сертификацию уже в Украине, соответственно, завозятся как запчасти, как мини-сельхозоборудование и тому подобное. И в таком ключе можно взять, у вас не будет на него ни документов, ни гарантий никаких никто не даст, просто вот у вас будет железо вот это, но дешевле. Заманчиво? Я вам сейчас расскажу, что тут может быть не так. И какая будет цена. Так что, кому интересна тема сельхозтехники, подпишись на канал и удели 2 минуты времени своего, чтобы ты потом понимал и не попался на какой-то лохотрон. Вот, и знал реально, где можно взять дешевле, сэкономить. Это тоже подскажу. Это всегда была очень волнительная, интересная история, потому что все хотят сэкономить, все хотят урвать дешевле. И сколько будет стоить трактор вот в таком вот виде? Я вам так скажу, сборка по сути не стоит ничего. Сборка одной единицы от 50 до 100 долларов в зависимости от территориально, где находится, и логистики. То есть у нас сборка чуть дешевле, в Днепре там сборка будет чуть-чуть подороже, но в принципе по сути это будет все одно и то же. Можно через каких-то перекупов, торгашей и барыг найти не растаможенный, не сертифицированный вот такой вот трактор, его купить. Но потом, что будете делать, когда вас остановят сотрудники полиции и попросят вас предъявить документы на, соответственно, транспортное средство, на котором вы передвигаетесь, а 24-сильный полноприводный или заднеприводный карданный трактор, это уже идет полноценное транспортное средство, на эти вопросы вы ответить не сможете, это раз. Во-вторых, при таких всех ситуациях может быть то, что... Что это за трактор, с какого завода это все привезено, что это из себя представляет, большой очень вопрос. За что любят конкретно вот этот бренд, Шифинг, может тут быть написано Форд, да, что угодно. Ну, мы идем, сейчас с вами найдем блок двигателя. Вот, соответственно, литье, которое свидетельствует о том, что данная техника изготовилась на заводе Шифинг. Это действительно настоящий Шифинг. Просто заказ был как на Форте, под бренд Форте. В Украине это уже все происходило. Но вся эмблема, маркировка V и SD полностью. Мы видим, идет шифинговская от дисков, от грузов. Вот, сцепное устройство. То есть везде эти клейма стоят, чтобы не было никакого обмана. Ну, есть такие истории, знаете, что там другое вообще что-то непонятное, спиленная болгарка и литье, спиленная болгаркой вот этой эмблемы, спиленная болгаркой, соответствующие удостоверяющие объемы двигателя цифры, вот, 138/2, объем и диаметр цилиндра, вот, непонятное что-то паленое, может быть уже и бэушное, может быть уже и поработавшие где-то отдельно УЗУ, где-то работу видели, там двигатель восстановленный, что угодно, проданное под видом разобранных тракторов с Китая, конфиската, еще прочее. Короче, скупой платит дважды, если коротко. Мы вам можем сделать максимально выгодную цену за колесный трактор со всеми документами, полностью в белую, официально, с гарантией, которая обслуживается, с, соответственно, полным комплектом, совсем оригинальным. Доставки все абсолютно бесплатно, предоплаты мы не берем. Вы можете все приехать посмотреть, либо можете попросить на видеосвязь выйти менеджеру, показать конкретно ваш трактор, либо отправить фото-видео. После доставки вы проверяете технику полностью у себя во дворе, заводите, крутите, вертите, смотрите, чтобы ничего не текло, чтобы все было целое, только потом вы платите. И регистрация, постановку на учет, номера, все под ключ мы делаем. Вам не надо ни за что переживать и ничего наперед давать, что немаловажно в наше время. Вот, поэтому не верьте в байки, в данном случае вы не сэкономите, а потеряете, если будете искать какую-то паль. Вот. И даже там колоссально дешевле, навряд ли вы что-то новое найдете, разве что бэушное.
Вот. Поэтому проверенные тракторцы от проверенных ребят. Друзья, вы меня не первый год знаете. Я как бы всегда придерживаюсь такой политики, что не надо заматывать какашку в красивую обертку и говорить людям, что это конфеты. Вот, поэтому это мини-трактор Укр. Мы с самого начала и до теперешнего момента говорим правду о китайской сельхозтехнике. Поэтому, кому это интересно и близко, поддержи, пожалуйста, лайком и подпишись на канал. Вот. А ссылки на наш магазин, где можно все купить, есть внизу в описании. И контакт менеджера, куда можно позвонить, и вам подскажут и подберут грамотно для вас технику. Тоже есть вот тут вот прям номерочек. Набирайте. Любим вас. Счастливо.